Нашему телеканалу осенью исполнится 60 лет. Это годы большого труда, трансформации позитивных перемен. И за каждым этим процессом стоит работа десятков людей, которые создавали телевидение, передали его в надежные руки, и дело это продолжается по сей день. К 60-летию запланировано много мероприятий, цикл программ и передач разного жанра. Цикл юбилейных мероприятий мы, конечно же, начали на рабочих местах. В день Куресу Айт к нам пришли наши коллеги, находящиеся на заслуженном отдыхе. Теплая встреча в стенах родной студии перешла в интересную беседу, наполненную юмором и воспоминаниями. Нам всегда уютно друг с другом, потому что какой бы тяжелой ни была наша работа, ведь случаются и горячие творческие споры, мы остаемся семьей, где все друг друга очень уважают. Может быть, поэтому годы работы на нашем канале у многих остаются единственной записью в трудовой книжке. Операторская работа, конечно, очень интересная. Кругом бываешь, всех видишь в гуще событий, так сказать. За это, наверное, эта работа нравилась. Вот почти 40 лет отработал. И очень доволен этим. Даже отсюда на пенсию ушел. Время летит. В этом году уже 60 лет студии. Заранее поздравляю еще раз с наступающим юбилеем, 60-летием. Здоровья, успехов, творческих. За кадром сегодня молодой коллектив. Те, кто пришли на смену первой команде и ее последователям. В нашем коллективе мы думаем и говорим открыто, обсуждаем и приходим к нужному результату. Юбилейный цикл мероприятий и передач неспроста начат за полгода до официальной даты. Нам есть что рассказать, чем поделиться. У нас большие планы на перспективу. Мы планируем отметить 60-летие широко. В эту субботу, то есть 16 марта, пройдет областной шахматный турнир, посвященный памяти первого председателя телеканала Наурзгали Здыкова. В нем примут участие работники СМИ и ветераны. Также в апреле состоится памятный вечер Бутагоз Баймухановой, долгие годы работавшей на нашем телеканале. Он пройдет во Дворце искусств «Атамикен». Кроме того, запланирован республиканский онлайн-конкурс в жанре сатиры, посвященный памяти Рашида Шаку. Основное торжество мы планируем провести 26 сентября, в день первого выхода телеканала в эфир. К 60-летию мы создадим 6 документальных фильмов. Наш коллектив полностью готов к проведению этих значимых мероприятий. В этих стенах никогда не бывает тихо. Жизнь на телевидении – это всегда очень высокий темп. Все здесь измеряется не днями и часами, а мгновениями. Так что скучать нам некогда. Оставайтесь с нами, и вы тоже будете в гуще событий. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Саид Самигула, Акжаик, Акпарат.